Надоело ездить вперед? Попробуй ездить боком. Крейзи – это базовый, но очень зрелищный элемент. Перед изучением нужно определиться со стороной, в которой будем его делать. Влево начинаем с правой ноги, вправо – с левой. Становимся перед конусом, носки сводим. Правая нога заезжает с левой стороны конуса, а левая – с правой. Проехав до конуса, разворачивайте носки так, чтобы в конце движения они смотрели в стороны, а пятки были вместе. В середине движения ноги должны сильно сгибаться в коленях, а в конце – выпрямлены. Пробуем заехать на следующий конус, находящийся слева. Исходное положение. Пятки вместе, носки в стороны. Начинаем движение назад с правой ноги. Скрещиваем ноги и заводим правую ногу с левой стороны конуса, а левую с правой. В конце движения носки сведены. Важно зафиксироваться в этом положении. При заезде на первый конус попытайтесь сделать так, чтобы при остановке вы находились в стороне от конуса, на который заехали. Так будет проще заехать назад, на следующий конус. Совет дня. Тренировка слаломы значительно увеличит ваш контроль.